тоже в плане бросковой активности был хорош. 33 броска в створ. Гол! Юдин забивает. Выход 2 в 1. И Юдин насквозь прошивает Демченко. Ну, давайте посмотрим за этой атакой. Прошла передача в центр. Не дотянулся Берлёв до шайбы, а вернуться уже никак не успевал. Юдин все взял в свои руки, прицелился и направил шайбу низом ворот.